Земля такая, какой мы ее никогда не видели. Эти спутниковые снимки были сделаны Метеосат и Манжир-1 третьего поколения. Это новейший европейский метеорологический спутник, способный делать фотографии с гораздо более высоким разрешением. От детализации изображений буквально захватывает дух. На снимках видны многие невиданные ранее элементы. Например, вихреобразные облака над Канарскими островами, снежный покров в Альпах и даже отложения вдоль итальянского побережья. Первый набор снимков был сделан 18-19 марта. По данным Европейского космического агентства и Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников, изображения показывают большую часть Северной и Западной Европы и Скандинавии, покрытые облаками с относительно чистым небом над Италией и Западными Балканами. Кроме того, когда Метеосат Imager-1 работает на полную мощность, он делает снимки чаще. Одно изображение полного земного диска каждые 10 минут. Его запустили на ракете «Ариан-5» в декабре 2022 года. Сегодня продолжается этап испытаний и калибровки, который в общей сложности продлится год. Ожидается, что такие аппараты нового поколения произведут революцию в прогнозировании погоды. Так метеорологи смогут быстрее и точнее определять экстремальные погодные явления.